Спасибо, Евгения! Как вы уже сказали, Сергей Шубенков продолжает принимать поздравления. Словно ветер, Бори Рис пронесся по дорожке в Суоми. Турнир называется «Игры Паава Нурми». Время 13,18. Смотрим забег. Обращаем ваше внимание на четвертую дорожку. Посмотрите, как Сергей на протяжении всей дистанции наращивает темп. В итоге до финишной черты добегает с приличным запасом от преследователей. Пятки Сергея вторым рассмотрел венгер. Бои третьим француз Лагард. Это уже второе золото в 2018 у Сергея. Ранее наш земляк обогнал всех в Голландии. Завтра медали уже другого бронзового отлива найдут своих обладателей в лице футболистов барнаульского «Динамо». Их буквально с пылу жара привез из Москвы пока еще руководитель клуба Виктор Сигарев. Златоглавый товарищ полковник поучаствовал в заседании ПФЛ, по итогам которого состоялась раздача наград. Конечно, Виктор Владимирович хотел золото, но, как признался сам, слишком много было недоработок в весенней части чемпионата. Так что, увы, только бронза, Виктор Владимирович. Торжественное награждение запланировано на загородной базе «Динамо». Наверняка поводов для радости у барнаульских болельщиков было бы еще больше, если бы Александр Ерохин сыграл за сборную страны. Но он не сыграл. Во встрече против сборной Турции футболист остался в запасе. Ждем чемпионата мира и все же появления на поле нашего, безусловно, талантливого земляка. На этом у меня все. Евгения, вам слово!